Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! 19-летний сын солиста группы «Иванушки Интернешнл» Кирилла Андреева и его жены Лолиты рассказал в своем микроблоге, что женился на своей девушке Аделине. Как оказалось, Кирилл Андреев-младший связал свою судьбу с любимой еще 3 месяца назад, но фотографиями со свадьбы решил поделиться с публикой только сейчас. Пара не только узаконила отношения в ЗАГСе, но и обвенчалась в одном из храмов Смоленской области. Влюбленные устроили пышную церемонию, на которую пригласили только самых близких им людей. На невесте было очень красивое платье с кружевами, длинное фато и пышной юбкой. Жених же выбрал классический черный костюм с галстуком и белой рубашкой. Публикуя фото со свадьбы, вспоминая ее, Кирилл признавался, что давно мечтал найти и в итоге нашел свою любовь. Он подчеркнул, что примером счастливого брака стали для него его родители. Кирилл буквально пел оды своей молодой супруге. «Моя любовь, мое солнышко, мой лучик света. Уже прошло почти 3 месяца со дня, которого мы так ждали, к которому так готовились. Дня нашей свадьбы. Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь. И вот я ее обрел. Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе у меня ежедневно появляются цели в жизни. Ты мне даешь бесконечную мотивацию посредством правильных и важных советов. Твой нежный и любящий взгляд успокаивает меня и делает сильнее. Моя жена, я тебя люблю», – писал он. При этом брак Кирилла Андреева и его жены Лолиты нельзя назвать идеальным, хотя он и длится вот уже 20 лет. В свое время они хлебнули горя сполна. В середине 2000-х Кирилл злоупотреблял алкоголем. Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вино мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать. Делилась переживаниями супруга певца в эфире программы «Судьба человека». Семью спас трагический случай. Во время очередной гулянки солист подрался с влиятельным человеком, в результате чего получил травму головы. Его пришлось госпитализировать в НИИ имени Склифосовского. Музыкант перенес серьезную операцию. Ему срочно сделали трепанацию черепа, чем буквально спасли жизнь. «С тех пор словно файл из головы удалили. Я перестал пить вообще», – заявил Андреев. Певец откровенно поделился переживаниями, подчеркнув, что в тот непростой период своей жизни он был буквально в шаге от смерти. Оказавшись на волосок от смерти, Андреев открестился от зеленого змея. Сейчас он безумно благодарен жене, которая ради их общего счастья вытерпела очень многое. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.